вершина и кратер. Вот, собственно, друзья, коллеги, конкуренты, прекрасные люди. Вот высшая точка вулкана Демовент. Если верить картам и местным путеводителям, 5671 метр. Хочется сказать спасибо всем, кто меня поддерживает в моих начинаниях. Программа «Семь вулканов», она довольно популярная на Западе. На постсоветском пространстве она только начинает набирать обороты, но уже несколько человек из России завершили эту программу. Я могу стать первым казахстанцем, который это закроет. Я пришел к этому пониманию, потому что в какой-то момент собрался на самый высокий вулкан в мире, который находится в Чили, называется Охос-дель-Салада, стал первым казахстанцем на нем, и у меня остался только один непокоренный, это самый высокий вулкан в Антарктиде, который называется вулкан Сидлей. Это самый дорогостоящий вулкан в программе, очень много организационных вопросов, которые надо решить. Я планирую это сделать, если найду спонсорскую помощь, либо в конце этого года, либо через год, тоже зимой. Ходить в горы – это моя любимая работа, это мое хобби. Вообще одно из любимейших дел в моей жизни. Я начал заниматься альпинизмом еще, учась в Алматинском энергетическом институте. И это произошло в 97 году, ни много ни мало. Так что я могу ходить в горы, и для меня в этом нет ничего сверхособенного.